Уже на протяжении 6 лет воспитанники 3-й школы принимают участие в кадетских балах, которые традиционно проходят на кадетской неделе в конце февраля. В этом году из-за эпидемиологической обстановки бал решено было провести в дистанционном режиме. У фурмановских кадетов не получилось встретиться на таком красивом мероприятии с ребятами из других городов, чтобы пообщаться, потому что эти балы, которые организовывает Шереметьевский кадетский корпус города Иваново, всегда проходят очень ярко, красочно. В этом году посмотреть, как танцуют кадеты, можно только в записи. Очень обидно, потому что покинешь меня, безумно скучаем, безумно их любим и хотим с ними увидеться. Да и вообще с ивановскими, с ребятами тоже очень хочется увидеться, Шереметьево. И не передать словами, как вот настоящий бал, когда ты видишь их эмоции, улыбку на лице, блестящие глаза. А здесь все не так, не по-настоящему. И хотя в этом году нет возможности нам встретиться друг с другом, кадетам нашим, но зато есть интересная задумка у организаторов, что в этом году будет организовано голосование за лучший номер и лучшую пару нынешнего бала. Мы надеемся, что жители нашего города, наши земляки поддержат ребят, кадетов 3-й школы и проголосуют за нас. Кадеты 3-й школы подготовили небольшую танцевальную программу. Ребята исполняют как сольную партию, так и танцуют группой. На разучивание танцевальных па ушло всего 2 недели. Однако дети и педагог довольны результатом. Обычно у нас очень обширное мероприятие, и мы очень долго репетируем, танцуем, а вот так нам пришлось в быстром темпе наворачивать упущенное за период карантина. И за 2 недели мы сделали танец, быстро достаточно. Мальчики сначала не очень хотели с нами танцевать, протестовали даже, но все-таки долгие-долгие уговоры, и вот. Мы танцевали с ними, старались на наше платье не наступать, так что вот, все хорошо. А платье у вас очень красивое, у тебя тоже, Алина, где взяли, где брали эти? Девочки некоторые брали на прокат платье, некоторые искали свадебное платье у мамы, у подружек, у знакомых, у выпускниц нашей школы. И вот так вот быстренько-быстренько мы нашли платье. Свое вот я, например, у мамы брала платье. Свадебное? Да. Но единственная действительно интересная ситуация, о которой хочется сказать, что вот с 5 класса они, ну, определенные пары у нас сложились уже достаточно давно, с 5 класса. Но в этом году вот практически ни одной пары не осталось в том виде, в котором мы начинали учить хореографию, заниматься, танцевать. Все пары перемешались. Почему, не могу сказать. Так вот они. Видимо, уже личные симпатии, ребята взрослеют, развиваются, растут. Что-то здесь меняется в жизни их. В этом году тема кадетского бала по страницам литературных произведений. 3-я школа для своего номера выбрала 2 литературных произведения. Драму Михаила Лермонтова «Маскарад». Ребята кружатся под музыку Арама Хачатуряна. Второй танец создан по произведению Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. Солисты Екатерина Петровичева и Владислав Исраилян в этом году даже номинированы на лучшую пару. Раньше другие ребята выдвигались, были даже однажды лучшие пары объявлены. Один раз не удалось нам занять эту почетную должность. Но вот в этом году мы тоже в них верим.
Кадетский бал состоится 26 февраля в онлайн-формате в группе «Иваново-Вознесенский Шереметьевский кадетский корпус» в социальной сети ВКонтакте. А проголосовать за понравившийся номер может каждый. Кадеты третьей школы надеются, что жители города поддержат их.